Нещодавно гуляв по торговому центру і дивлюся знижка на одяг. Захожу, дивлюся кофточка 250 гривень, штани 400 гривень. Я думаю, беру все, заплатив 650 гривень. І мені моя знайома каже: Ну нічого, мої собакі курточка, і то дорожче. І знаєте, досить дивно, досить дивно. Те, що саме для песиків, для котиків, для тваринок обирають якийсь певний стиль, і ми. Вирішили поцікавитися в день одягання домашніх тварин, що ж таке стиль для тварин. Тому запросили Олену Щербакову, гумор мережі салонів краси для тварин і викладач Академії Грумінга. Доброго ранку. Доброго. Утро. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, що таке стиль для тваринок? Ну, якщо ми говоримо з вами про красоті, то наша фантазія просто безгранична. Правда? Вновь. У меня одна, у вас, как у папы, другая, у мужчины, да, то есть у детей вообще. Но если мы говорим о здоровье собаки, тут, наверное, уже вступает в силу другая. Ну, глядя, наверное, например, на самоеда, на хаски, на овчарку, на пуделя, даже на шпица, нам не хочется его одевать. Потому что мы видим, как шикарно он одет уже от природы. Почему? Потому что шерсть их шерсть, она позволяет им находиться на улице, на морозе, на ветре долгое время. То есть она, это дикий тип шерсти, который дикие животные. Там существует такой, есть два типа шерсти. Это остевой волос и подшерсток. Остевой волос у собаки, он защищает собаку от палящего солнца, от ультрафиолета. Защищает... То ведь пудель, вин будет защищать... Секундочку, да. От, мор... от... от ветра. И он защищает подпушек, который находится ближе к коже. А вот уже функция подпушка, она в том, чтобы сохранять терморегуляцию в собаке. Как раз-таки защищать ее от холода, от мороза, от жары, наоборот, от, пер... от перегревания. Так вот у таких собак больших, да, которые так вот одеты очень густой шерстью, большой подпушек и большой остевой волос, то есть длинное все, то есть создается такая как вакуумная подушка, которая не позволяет собаке замерзать, да, там. Но есть собаки, да, на которых глядя, ну хочется их просто вот укутать так, что вот, ну, это хочется прям. Вот тут мы говорим с вами о здоровье. У таких собачек, например, как это гладкошерстные собаки, короткошерстные. Маленький, у них маленькая шерсточка, и их хочется одевать и защищать, потому что там нет подпушка, остевой волос, он совсем маленький. И вот тут уже вступают все наши фантазии и уход, наверное, больше, да, то есть по здоровью мы смотрим. Да, а как подбирается какой-то певный стиль для собаки? То есть приходят люди и говорят, мы хотим одеть собаку, чтобы она была э, схожа на меня там, типа и выдивитесья и выбираете несколько образцов. Як так робит? Так вот, когда приходят так, то вот когда так хотят. То есть это наоборот очень интересно. То есть когда действительно владелец думает не о том, чтобы одеть ярче или еще как-то, а он хочет быть в гармонии с самим собой. И вот туда мы вступаем в силу, да, то есть иногда вот приходит девушка, вот она приходит в красивой белой шубке, боже, да хочется. И тут же ты понимаешь, что у тебя где-то висит вот такая же белая и пушистая одежда. И ты предлагаешь, и она понимаешь, да, и вот оно все сошлось. Это, ну вот, вот когда так, но еще очень часто, чему я тоже очень радуюсь, когда каждый раз, когда приходит к себе, да, на уход, а что у вас новенькое есть? А что еще можно у вас такое вот подобрать? Вот это тоже очень здорово. Мне, мне очень нравится, когда хозяин, особенно хозяйка, она идет вот в гармонии с собачкой, и она хочет. И собаки, между прочим, отвечают им. Они же такие, что они могут обижаться, когда на них ты можешь... Ой, какая ты смешная! Она так посмотрит на тебя. Нет, так нельзя. Или когда ты, допустим, короче подстрижешь, чем обычно. Они потом хозяева говорят, они-то ходят и в зеркало вот так вот на себя смотрят. Серьезно? Так, да. И поэтому я учу еще своих учеников изначально, да, когда вот они начинают что-то новое. Не смейтесь. Да, ведь это же очень смешно посмеяться. Оно вот приходит, вроде казалось бы, да, такая собачка. Где там, ну, где-то там грязненькая, где-то что-то висит. Боже, ну какие глаза какие уши, например, что-то такое всегда можно найти, что, что подчеркнуть и на что обратить внимание. Поэтому смеяться нет. И когда собачка одевается в то какую-то одежку, в которой ее любимый хозяин захотел ее одеть, предложить ей, боже, они прямо, аж вы не представляете, они прямо к зеркалу, аж прям вот крутятся вокруг. Поэтому я только за. А, дивіться, если брать уже зачіски для собак и их стрижуть по-разному, как відбувається этот процесс? Потому что все-таки это делает не власник, и собака может даже вкусить. очень интересно. Да, но вы знаете, это от когда ты приходишь в эту профессию, ты же уже понимаешь, ну, человек не приходит в эту профессию с 20% любви к животным. Он приходит, ну, минимум 93-95%. Ну, 5 остается такое, я чисто хочу просто погладить. Но мы же понимаем, что вот тут уже вступает в силу зоопсихология. То, о чем мы начинаем на первых вообще уроках, и потом я продолжаю на протяжении всего обучения рассказывать, говорить, как найти тот подход, потому что самое первое знакомство, оно самое-самое важное, и оно как раз таки делает благоприятным ваше общение на все оставшееся время. Потому что с одним грумером собака может вести себя так, с другим так, а с третьим вообще находится какая-то третья у нее сторона характера. А как подобрать, ну, то есть зоопсихология, как это действует на прикладе какому-то, приходит вам собака и на что вы первое обратите внимание? Ну, во-первых, когда вот хозяйка, хозяйка, ну, как правило, хозяйка, приходит вот так вот с собачкой, ну, это, наверное, я могу всем сказать, не надо руки к ней вот так вот тянуть, потому что она сразу, эй, алло, ну, это я так утрирую, это очень маленькое, что она может сказать. Обычно она показывает зубками вот так вот, что, типа, лучше не трогать. Поэтому, когда вы начинаете просто спокойный разговор с хозяином, собака чувствует и слышит. Ага, это идет на на таком уровне, знаете, на спокойном. Угу. Мой хозяин, это вот все подсознательно у собаки, это все природные инстинкты. Да, мой хозяин с этим незнакомцем, с этой незнакомкой, он разговаривает спокойно, угу. значит, все хорошо. Если я хочу посмотреть собаку, я прошу ее отпустить, и я не протягиваю сверху к ней вот так вот. Да, то есть для нее, еще когда я вот так вот очень сильно улыбаюсь, для собаки это оскал. для меня это радость, а для нее это... Это что за агрессия? Еще и сверху. А если я еще протягиваю руку к голове и к холке, тут у нее вообще дисбаланс. Так, это агрессия, это нападение, я тоже буду. Я говорю про тех собак, которые, с которыми я не знакома. Ну, то есть, когда грумер не знаком с собакой. Ну, когда впервые там, на первое да. То есть можно просто присесть. Это относится, наверное, не только как к грумерам общения, а вообще в принципе, да, вот вы хотите какую-то собаку погладить где-то. <с> ну, не стоит, наверное. Может быть, стоит остановиться и немножко присесть и показать ей свои открытые ладони, чтобы она посмотрела, что ничего страшного, собственно говоря, я не хочу ей. Потом уже где-то начинать за бачок, возможно, попросить у нее лапку, так чисто для развеяться. А потом уже, когда пошел хвостик, по это значит, все, она ваша. Серьезно? <laughs> так, ну, ну, конечно, ну, приходит, например, а. был на днях кинекорса. Мужчина очень серьезный. Ну, думаешь, ну, все. Вообще не все. Это только начало дружбы. Ну, и любви, конечно. А если, например, собака не поддается все-таки что вот все я не подпускаю, у меня есть владелец, и лише он может меня там э, гладить, может делать зачистки и тому подобное. Что делать в таком выпадку? <рес> я, наверное, даже не могу сказать что, потому что у меня нет таких собак. Ну, например, сегодня у меня будет одна собака, да, которая вот как раз-таки побывав у всех грумеров, да, будет у меня, но... Ну, ну, я, ну, я не могу сказать, что нет подхода. Есть, есть какими-то разговорами, возможно, наоборот, молчанием. Ведь нужно же показать, собака это стайное животное то есть это волк, который хочет всегда быть вожаком. Либо он вожак, вожачество свое приносит ко мне на стол, либо он его оставляет дома, потому что я вожак. Но вожак же не агрессией, вожак же не унижением, а вожак просто уважением да, к, к своему соплеменнику. Вот таким образом пытаешься находить, и вот сегодня будет собака, с которой будем пытаться находить ну, общий язык. Не все возможно, не все возможно сделать. Есть у меня, которые собачки, да, которые очень переживают, но это все травмы психологические. Не может щенок родиться таким вот сразу злым, который не может давать. Что-то случается в жизни, и так происходит. Но не все тогда возможно сделать этой собаке. Ну вот то, что ты, возможно, смотря на нее, хочешь сделать. А буває таке, що приходить собака, і тільки через декілька разів знайомства вона тоді піддається, чи все одразу виходить з першого разу. Ви праві. бывает такое что ты сегодня можешь пообщаться вот особенно это бывает со щенками они же вообще приходят боже они вообще вот они они, они не знают где они что они кому-то это вот в страхе а кто-то в интересе все им все вот интересно все что где-то вот вокруг стола кто-то ходит и потом со временем эти щенки почему я люблю так со щенками растить их они уже привыкают к тебе они становятся уже другими и те собачки которые возможно с первого раза вели себя не очень хорошо они впоследствии понимают что во-первых, хозяин их заберет однозначно, что мама придет, поцелует, скажет, какой ты молодец. А вам лишают собак и идут себе. Да что вы, конечно! Серьезно? Я мамам, папам, ну Ого. не то, что я не особо разрешаю. Я даже не могу сказать, что я позволяю. Есть у меня несколько собак, которые действительно при хозяевах ведут себя ну, не то, что лучше, а где сама хозяйка может сказать. Ну, не всегда я могу так позволить, но чтобы и хозяин видел, насколько его питомец как себя ведет, что с ним действительно сложно. И в основном нет, мы не разрешаем. Ну, это как детей вот оставляют где-то, да, в детском саду. Угу. Как только появляется мама, все ребенок теряется вообще в пространстве и он становится совершенно другим. Хотя он только что там час назад с воспитателем был абсолютно послушным ребенком. Да, оставляют, конечно. Ого, крутяк. А дивіться, якщо, наприклад, є ж собаки багатошерстні, так як, наприклад, пуди, ми казали, і приходять до вас і кажуть, що хочуть їх одягнути, е, ви відмовляєте, чи все ж таки рекомендуєте зробити якусь стрижку спочатку, а тільки тоді. Е, уже одягнуты? в целом, вы кажете, это заборонено? вот отлично. Вы так разбираетесь в этом. Действительно. Но у меня нет таких вот прямо, знаете, так вот какой-то статистики, да, вот о том, что так делают. Как правило, это чисто такая вот хозяйская такая забота. Мне кажется, что ему холодно. И я начинаю говорить, вот рассказывать то, что я вначале рассказала. Когда вот у вас собака хорошо одета сама природой. Да, но только если вы любите очень гулять, много, да, то тогда, возможно, стоит ее одеть. Но при этом, да, возможно, где-то, может быть, сделать покороче, потому что есть такая вещь, как когда дома не ухаживают за шерстью, там образуются такие спутанные шерсти. Комочки типа, да? да. Ну, мы называем их колтунами на нашем языке, да. И тогда одежда, конечно, она очень усугубляет вот эти вот моменты. Тогда мы где-то в каких-то местах больше просто уберем, если вы хотите одевать одежду. Но ну, как правило, собака оставляет больше шерсти на зиму. Потому что все равно это понимание того, что им теплее в своей собственной одежде, шкурке. А вот вы говорите, что могут быть такие комочки, так называемые, mm. эти ошерстки, или как вы назвали. Как э, часто нужно приходить на процедуры? Что это можно делать в домашних условиях, чтобы этого не было? Вот за это я всегда... Все мои клиенты, которые мои постоянные, они уже все знают, потому что им, как, как я говорю, лекции все прочитаны и не один раз. Да? Я говорю о том, что ухаживать дома ⁇ это первоначальное. Да, хорошо, я, вы приходите ко мне за тем, чтобы сделать вашу собаку красивой. Я ее делаю красивой и здоровой, но поддержание вот этой красоты и здоровья ⁇ это все в ваших руках. Потому что... Ой, когда ребенок приходит в колтунах, и хозяин просит, не надо выстригать, а нужно вот оставить ту красоту вот шерсти, да, но распутать, расчесать, ребенок очень плачет на столе. Ну, собака, пере... ну, ей, ну, ей элементарно больно, и ты делаешь ей больно. И после этого я говорю, я тебе обещаю, что сейчас придет твоя мама, и я ей расскажу, как тебе было больно. Потому что я рассказываю хозяину, вы понимаете, я говорю, все то, что ну, мое время, да, мое состояние, когда я вижу, да, а ведь другие собаки, ведь они прекрасно понимают, что я сейчас делаю больно ей, она плачет, она кусает, это страх кусается, ну, то есть все, что вот, это ничто по сравнению вот с тем, да, вот мое время, да, с тем, что она испытывает на столе. Это можно все уменьшить и просто расчесывать. Я рассказываю как, рассказываю чем. Расч... рассказываю с чем. Мы начинаем, э, я говорю, что вам с вашим питомцем жить еще 20 лет, и чтобы она не переживала так на столе, вы можете сделать это элементарным и приучить. Но, конечно, много говорят о том в ответ хозяева, что мне не дается, кусается там, да, то есть ну, много против... Я говорю, хорошо, давайте все начнем с нуля. И я рассказываю по порядочку, как мы приучаем. Я такой же у меня такая же собака дома, которая требует ухода, и которая также была приучена к ежедневному да, там вот уходу. И все это можно. И когда приходят тебе через каждый раз, и ты видишь, что колтунов и уход все лучше и лучше, Боже, да я, я им всегда говорю, я их всегда хвалю, я им всегда говорю слова благодарности о том, что вы делаете хорошо своему любимому. И он отвечает вам тем же. Вы так классно рассказываете про собак, такие это, дитина, то, как, как мама. А как-то, да, наверное. Да. А, скажите, а как вы ставитесь до собак, которые бегают на улицах? Че вы думаете? Ой, это, чи... это вообще, вот я говорю, у меня сразу же, о, да, о, да, это, да, да, это зацепило меня, зацепило. То есть, конечно, в моих представлениях это... Это для животных, да, то есть это приют, наверное, каждый грумер, да, который, потому что я говорю, что это исходит из любви к животному, когда ты приходишь к этой профессии, он хочет, да, то есть у нас море волонтеров, волонтеры приходят к нам, хотя хотят стать грумерами. Я, у нас приходят приходят хозяева, уже ставшие хозяевами, когда они только подобрали собачку. некоторые несколько раз отменяют запись, потому что они не могут словить ту собачку, которую они хотели, которая вроде приходила, приходила к ним. А, просто и просто они приходят просто, да? к нам сразу же после этого. Боже, я их обожаю, я им я я жму руку, я говорю, я я благодарю их за то, что вот. но какие они ребята на столе благодарны, эти собаки, которые взяли. Да, вот такое имеет место быть. И я считаю, что наши девчонки, наш салон, он к этому очень ну, расположен. Мы ну, любим, мы, мы ждем таких ребят. А когда, например, если уже говорят, что мы взяли без хатька, ну, то собачка с улицы, вы даете какую книжку или делаете все по стандарту? Ну, если уже делать бонус приятно для этой собаки? Все делаем, потому что это даже что-то хочется лично от тебя сделать. Вот именно этому хозяину, да, как вот в помощь, и этой собаке. Но, наверное, там больше, ну, хотя не знаю, откуда у нас еще можно больше взять любви, но ты ее еще больше темаешь, ты ее больше обнимаешь. Я не знаю, что еще, но какие-то еще маленькие процедурки ты ей добавляешь, чтобы она еще почувствовала, что все то, что было там, это все вот там. Дверь закрылась, и она пришла в другое состояние, в другой мир. А вы ездите, например, какие какие-то притулки, чисто такого поладить собак, какие-то там, э, возможно, какие-то бонусы типа, как э, харчивание и тому подобное. Вот мне просто интересно, просто любовь, <свес> до собак, вы так классно рассказывали, это все. Ну, так как я еще отдельно еще и мы там своим там кормим бездомных, да, то есть людей и все. Ну, это вот отдельная моя, да, та жизнь. И здесь она тоже есть. Но сейчас я, честно скажу, немножко я, наверное, просто по времени. Вот. Беда вся в том, часу. что я, да, вот только время. А так я только бы вот просто, просто бы за. Uh, я понимаю. Ну и еще хочу запитати саме по стилю собак. Uh, я бачу, как фарбуют собак. И это адекватно, на вашу думку, или все-таки это как бы Тоже вот такой вопрос, да, который хочется, наверное, все-таки обсуждать. У меня нет, что да, да, давайте красить, давайте. Но мы опять же все-таки идем об эстетике, мы говорим о каких-то вкусовых, да, то есть, ну, не красят собак целиком, не красят собак круглый год. Это просто есть какие-то моменты, которые вот опять же, как с подбором одежды. Приходит девушка в какой-то розовой курточке, с каким-то где-то пушок, а давайте сделаем немножечко вот на кончиках что-то, на кончиках розовое, да, давайте попробуем. Боже, она потом берет, она выходит, выбегает собака. Точно такая же, как она, под ее стиль, с такой же розовой каемочкой где-то на хвостике, или где-то на лапке, или на маленьком хвостике, где-то вот маленькая. То есть, это, это интересно. Это, ну, не красят собак целиком, Помните да? Вот, нет. нет я бачив нет. несколько раз на видео, когда полностью пофарбовали. поэтому я решил это запутать. Ну, наверное, это еще и решение самих хозяев, потому что... Это хозяин же сам человек принимает решение за... А это не будет стрессом для собаки, потому что она себя бачит в отображении однією, а потом она бачит совсем інше и здається, а что это стоит? Ну опять же, давайте будем говорить об объеме, да, то есть опять же говорим все об каких-то количествах, об умеренных, да, потому что маленькая где-то окантовочка, где-то что-то, это, это действительно интересно и красиво, Подобраны правильно цвета, да, то есть ты, мальчишки, не сделаешь розовый хвост, ну, например, да? То я считаю, что это все в меру, все хорошо, все здорово. Ну просто это не так много это делают людей, ну собак. И они видя себя не целиком перекрашенные другой цвет, а с какими-то оттенками красивыми, я думаю, что они собаки это оценивают. Ценили, да? Мне кажется да. Але если брать же фарбу, якое, это я фарба то особлива, это такая фарба, як і для людей? Нет, все правильно. это, это только для животных краска. Она именно, конкретно, она подобрана. Потому что, да, шерсть некоторых собак, она похожа на наш волос по структуре, но тем не менее у них и поры другие, то есть и чешуй, они совершенно другие, и краска должна быть другая, которая и проникновение ее в, в организм, да, в... в тело собаки, она не так ранима, то есть она не так как не такую шкоду наносят собаки. А еще например, есть собаки с разной шерстью, соответственно, и фарба так само мои быть под кожей с... не. собаки. Нет, не? не. Там знаете Там... просто как, есть же разные фирмы краски, угу. и мы уже примерно понимаем, что есть, например, шпиц, да, шпиц, дикий тип шерсти, то есть толстый волос, такой весь пористый, да, вот он такой плотный, и есть маленькая баллоночка, как правило, они белые, с мягкой тоненькой шерстью. И ты есть просто разные фирмы красок, которые мы уже умеем подбирать. Ну и интенсивность держания, время выдерживания краски. чтобы, возможно, как елочка то нет. А, а вытримывание фарбы, это как долго она на Да, чи? да, когда мы наносим, да, то есть время выдержки на самой, на самой шерсти, оно тоже бывает разным. Кто-то говорит, мне только вот чисто оттеночек сделать, а кто-то, ну, не так много ярких хотят, вот прям что-то такое вот. Да, вот ёлочка. И келинка. Mm -hmm. uh, ну и uh, ещё запитание по прайсу. Uh, Мне интересно, почему, например, моя зачистка коштит дешевле, чем <laughs> постыкты, там, не знаю, та самое uh, маленькая, не знаю, как это собачка такая маленькая называется. Uh, <laughs> Йорик, она. наверное, Йорк ну, Ширкетерет. Назову да-да-да. И да, почему да, да. такие? Не, ну, ваш парикмахер вас не удерживает. Ваш парикмахер ну, я, вас я... всего не моет, не когти вам, ой, точнее ногти вам не стрижет. Он вас не пытается все время уговорить, сядьте, сядьте, сядьте. А... Ну, я имею в виду вот и вся эта наша процедура, она в среднем занимает 2-2,5 с половиной часа. Ого, серьезно? Да, конечно. Так это ж. А, то есть вы думали, что минут 20 и ну, следующее, да? да ну якщо... вы приходите к нам. У мене є перукар, який мене страшив вже декілька років. Ні, я не вас предлагаю. Красити я вас точно не буду. Ми ще раз дякуємо вам за те, що ви прийшли розказати таку цікаву тему, як стиль собак. І нагадаю, що сьогодні у нас була Олена Щербакова, гумер мережі салони краси для тварин та викладач академії грумінгу. Друзі, я ще раз дякую за те, що переглянули це відео. Від вас лише невеличке прохання, ось такі жирні вподобайки, ваші коментарі, а від нас буде і надалі чудова корисна інформація.